Привет всем, вы на канале Beer и Game. Мы продолжаем проходить Халка. Да, продолжаем, поехали. Остановились мы в прошлой серии с вами на очень трудном уровне. Очень какое-то трудное место было, там надо было нам пройти тихонечко. Вот, опустошенный сбежал и полностью зарядил шар гаммы, да? Мы начнем оттуда, где мы встряли, все заново, да, то есть, как сказать... С того места, где мы подстреляли конкретно, блин. Вот как... он сейчас лезет через заборчик. Могу сказать, может быть, для меня это сложное место, конечно. Ну, не знаю. Несомненно, сложное. Халк и Си, пасты, басты, басты. Ворогай, сержант, ты не можешь... Так, убежали. Так, куда бежим? Тихо, стоим, пасту давим. Нам писали в комментариях, что даже бить можно, да? Вроде как. Ну, надо, главное, побыстрее, наверное, ударить, чтобы пока он не начал стрелять. Да не, лучше этих не бить. Ну его нафиг. Пробовал я, заходил в игру там. Ну его нахрен. Лучше их не бить. До свидания. Может быть, я что-то... Ой, мы трясёмся от страха, пасту давим под страх. Все, пошли. Эй! Чё? Эй! Да, ну, конечно, в жизни можно человека увидеть, да? То есть они, видимо, они бы давно должны были увидеть. Да, какой серьезный дядька начальник. Посматривайтесь, у вас 5 минут или что-нибудь такое. Они не видят вообще, да? То есть так можно увидеть человека, конечно. Ну вот так вот, давайте мы толкаем ящичек. I can't go that way. Ох, почти заметил, да? Да, вот хорошо сделали, в уголке прятаться можно. А тебе просто надо посмотреть, на какое место этот круг не заезжает. Ага. И ты просто на него встаешь. Все, поехали. Смотрите, через 5 минут. Ага. Не доперевели русские, не захотели или что-то. Игре столько лет уже, блин. Не могу сказать, что на легкое. Вот это очень запарное место, блин. Так, просто заходил. Да заткнись ты уже. Заходил в игру просто попробовать тут. Не получалось, блин. Они мне жаб напоминают каких-то, да, что-то. Тихо. Даже есть такого же цвета жабы, тоже какие-то. Тихо. А, вот рычаги, да, помню. Так, сейчас хмырь пойдет. Мужик, где ты вообще говоришь? Откуда ты говоришь? Где этот громко говорите, громко вещать, чрево вещать? Где-то, да, где-то вот есть. Там у них какая-то связь. Ты пошел вон отсюда. Голубок, голубец, ленивые голубцы. Что, в клетках спят собаки, видел, да? Да, вот там. Походу, они их выращивают, сволочи. Побежали. Бежим. Ну, здесь мы были, мы показывали это в прошлой серии. Здесь надо отключить, да, и сейчас пойдут эти солдатики к нам. Да. Нам надо за это время что сделать? Убежать. Да. А он пошел его включать. Угу. Давай, иди глубок-то наш, голубой. Осматривается так и видно. У него, кстати, что, снайперка или что это? Не знаю даже. Они тоже сильные. Пинаются ружьем ногами, блин. Потихонечку. А он, кстати, не отключил, да? Они заново, по-моему, включились. А, он даже не подошел, получается, все равно включились, да? Пробежим. Док, что-то про собак говорят. Если что, пускайте собак. Наверное, да, это. О! Наши личные догадки. Да. Алло. Давай. Ёбал, бери ты ящик этот. В прошлой серии было вообще, то есть все кнопки он залазит, прыгает, вообще не реагирует кнопки. А в этой? В этой получше. В этой надо разобраться. Нужно подойти и нажать на кнопку. Вот он тебя не видит, да? Он там стоит на углу все время. Постоянно. Тихо.
падать. О. Вот мы и перебрались. Угу. На ту сторону. Бежать. Куда пойдем? Вот сюда. Пойдем сюда, сходим. О, ты наш голубок. Мыло тебе. Что ж не... А, ну вот ящики, да? Можно так. Сейчас добежим туда. Да он все равно не видит, не слышит ничего. Мы топаем, как... Мужик, ты надоел одному себя куда-нибудь деть. Макасий, такой крутой. Смотри, как где он назло мне говорит. Аля, вот здесь. Оп. Вот это мы проходили, да? Всё? Мы вон там встряли где-то там машин, что ли. Ну, мы вот так вот все решили заново пройти. Тихонечко, если пролутится, не знаю, с какой попытки, сидим здесь, сидим. Ты его ждешь, когда он обратно, да, да. Пойдет? Mm-hmm. А он вообще пойдет? Пойдет, почему не пойдет? А где он еще? Вон он идет, видишь? Ля-ля-ля. Обходим. Куда сходим? Сначала туда идти, наверное, надо. Вот смотри, он должен был увидеть, правильно, видишь? Да. Он уже на стороже, видишь? Когда он... Да заткнись ты, мужичара. Он когда так идет, он уже подозревает все. Ну где ты там, Ильич? Оп-оп-оп. Оп, танцует, пританцует, хлоп-хлоп-хлоп. Вот хорошо они сделали, да? Что еще раз повторюсь, что видно. И видно, как он там за машинкой. Стоит. Ох, быстрее бы этого мужика куда-то день, быстрее бы пройти эту фигню всю тяжелую. Алло. Ой. Да, сложность в этой игре заключается. Вот в этих миссиях. Вот эти, да, именно где бегать, прятаться, вот эти. Стелсить, короче. Вот так. В самолете эти нахрен. Куда двигаться? Вот эту фигню нам надо. Двинуть. Блин. Ящик, что ли? Угу. Забери ты ящик уже, ну куда ты лезешь, да что уже? Бери ящик! Да ж, вот опять начинается фигня. На коробку, на ящик попал свет. А мне кажется, ты этот мог бы подвинуть. Я подвину его. А. Ты пирамидку, да, будешь строить? А. Ну туда он надо заползти. Ой, поползли. Ну давай, свет, светодиод. Ох, никто не заткнет этого мужика. Руководитель такой сидит, да, такой всю ночь. Commission, animation, creation, охренейшн, оппупейшн, вдувейшн. Ну давай, отодвигай. Сейчас его в стенку. Ну давай, двигай. Двигай, тело, если надо, надоело. И... Вон там рычаг один. Ой, хорошо. О. Еще один рычаг. Блин. Ой, что-то током долбануло. Пупок, ты что, сумасшедший, что ли? Смотри, а то ему недолго до Халка остается. Да уж. Он сразу начинает злиться. Ага.
Идет, идет. 7 собак, 7 дог, нахрен. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Он плохо идет. Пританцовывай, надо валить эту. Он заметил чуть-чуть. Да давай, прыгай уже. Тю, ты че? Смотрите, человек смотри, в панике, он, да? Он падает и здоровье тратится, он не охренеть. Зовется человек в панике. Вот жаль, нельзя карту отдалить, да, и посмотреть вообще, куда он идет. Можно. Можно? Да. Блин, зачем я лазил? Проход же открыт, ё-моё. Вот видишь, вот видишь, здесь есть кнопка на джойстике. А, я видела на самом деле. Вон. Понятно. Я видела, что проход открылся, а ты не видела? Да, я не видел, чё-то. Похуем. Так, теперь нам в ту часть. Так, он ушел. Ну, все-таки так они сделали, чтобы удобно было. Да, стоит, смотрит. Так, теперь можно валить, но надо посмотреть, где там третий боб ходит. Да давай, не ворви! Все. Если за меня! Ой, здесь сидим, сидим, сейчас придет. Кто-нибудь придет по-любому. Ох, как же я вовремя успела. Шабан коробок. Так, тут пошел. Тихонечко. Я не понимаю, почему они начинают убивать человека, он же без, ну, без оружия. Зачем? Вот фиг его, на ихней зоне. Походу, очень опасная зона, где все и запретают. Видела, мутанты, собаки. Mm. Вот больше не знаю, что здесь еще делают. Алло. Пора идти. Ой, хоть бы... Хоть бы все получилось. А, здесь мы просто рычажок. Здесь уже открыто. Ой, да? Здоровье возьмем. Упали и отнялось здоровье, охренеть. Mm. Продолжается опять непонятно, что это за хрень. Открыли дверь? Да. Ух, тебе туда надо проникнуть, понятно. А где эта дверь? А зеленая это что значит? Зелененькие шарики. Здоровье. А синий? Фиг его знает. По-моему, синий за здоровье. Синий отвечает. Это вот мы взяли, продолжается. Продолжается 5. Это то есть, можно быть... Mm-hmm. Я не знаю, что такое продолжается. Типа жизни, наверное, да? 5, все. Ой, она сейчас выйдет, наверное, скоро. Да, надо уже бежать. Сидим, ждем, пока придет. А света нет, кстати, смотри. Отключился, да? Свет отключился. Это хорошо. Вот он идет. Скользит, скользит. Ну. Как-то он идет боком с стороны и скользит все равно. Оп-оп, как-то. Вон та дверь, да? Да, да, да. Точно, точно. Хорошо. Куда как мы же пришли? Мы это проходили? Универсальный ввод кода. Че? Какой же код? Я не знаю никакого кода. А можно еще раз ввести? Не, ни хрена нельзя. Что-то бы он нам открыл, ну и ладно. Фиг его знает, что он там открыл. Почему-то дверь закрылась, но... Сейчас мы там около пройдем. Где ты там ешь? Покажись! Голубок ты наш! Ой, да... Смотри, кто-то заметил. А это что? Кот. Mm-hmm. Еще один. 20 секунд. Готовься. А, ничего, сейчас. Так, 8. Смотрите, когда делать это?
кто не понял. То передвигаем. Есть, да, смотрите, первые цифры 7, а 1, 9, 6, 8 и так далее. Вот вы просто переставляете 7, сначала 7, потом а, потом 1, ну так, передвигая цифры. Девятка. Неполный код. Блин. Давай еще раз попробуем. Чуть-чуть побыстрее. Оуч. Давай еще. Я не успел. А, не полный код почему-то так. Четверку. Четыре, два. Трайдбан. Один. Три. Так, шесть. Одна секунда у тебя оставалась. Зашибись. Чё за хрень? А доставка что ли? Ёб, попок, жоп, жоп, хлоп. У вас вот он сидит, мутант да? Какой-то. Я даже не знаю, кто это. Оп, что-то вылило. Как в Пенумбре, ты видел? А это что такое? А, еще какого-то создали. Да, смотри, что они здесь создают, видишь? А-а-а. Секретная база, поэтому убивают. Это какой-то другой вообще. Лысый другой какой-то. А тут волосатый был, с бакенбардами и с бородой. Это не работает. Видела? Она не хочет, наверное, так, чтобы это работало. Она вылила эту колбу, или как она называется. Точно, я забыл эти химические принадлежности, как называются. И не работает. Все, пушка против халка. Чё? Уровень пройден, ну давай. Баннер трансформировался в Халка. Как? Баннер? Да это фигня. Все, гасим пушку нахуй. Ты пушка самонаводящаяся. Кто тебя наводит? Может кто-то руководит ей? Ух, мы сейчас я тебя загашу, сволочь. Поэтому сейчас я ее возьму еще, да. Куда покатилась? Жизнь не бери там. Набирай к себе побольше. На, получай жизнь. Да тут с одного удара. Ну, хмыри, теперь-то я вас могу загасить. Там-то тяжело было, блин. Хмыри поганые. В принципе, их можно не гасить, конечно же. Идти по направлению. Ну, можно загасить. Ну так, жизни поднабрать, да. Их надо гасить только же для жизни. Оп, на. Хлоп. Ла-ла-ла. Сейчас откроем нашу дверцу. Нормально выйдет стен. Угу. Ну иди ты отсюда, что ты пулькой себе стреляешь? Холку пофиг. А ты знаешь, да? Ну, то есть... А вот просто идешь и идешь. Идешь, да. Идешь, да. Все выбиваешь подряд. Нет, вот именно здесь проход, видишь, один сделан. Нахрен, получи гниль. Пинок под зад судьбы. А это его знакомая какая-то была? Я да? Даже не знаю, фиг. Не знаю. Вообще не знаю. Но она, видишь, ух ты, ё. Вы чё здесь? Собаки-охранники долбаные. И собаки-охранники. Видишь, как они здесь охраняют помещение, потому что здесь... Так, меня током долбануло. Получай, нахрен. Нет, туда лучше не ходить. Я думаю, что нам нужно разрушить вот эти штуки, генераторы или что-то, которые делают так, чтобы они здесь сделали какие-то свои опыты. А это просто какой-то вырабатывает что-то ток для ихних машин. Так, мне надо эту хрень уничтожить, наверное, все-таки. О, взяла. Хлопнули ладоши и капец. А, это силовое поле создает, понятно, да. Вот что, а я не думал, это для них машин какая-то хрень. Ой, не туда. Хмырёк, да ты что, сумасшедший, ты против кого воюешь-то? На, сиди, труп синий. Обычные солдатики с автоматиками, какие они наивные. Против таких чудовищ идти в этих... Блин, да их так очень много здесь вообще просто. Да. Они, если честно, не задалбливают. Ну пускай стреляют. Так, немного отнимают. Ему... Да ёбок, а что такое?
Очень сильный, у них это чит, конечно. Сволочи. Разрушим оборудование, нахрен. Ну, гнида, получай, нахрен. Слушай, да пошли назад. Пойдем вперед, нахрен. Куда там? Мы дальше, да, пойдем. Пёс. О, бежит, гнида. Сейчас попробую. Какая-то столовая. Кушает, прием пищи. Ах, вот смотри. Гниль, ты где там, а? Тебя ракеты пускают. Охренеть. С базукой, что ли, ракетницей своей. На, получай. Оглушим, как рыбку. Оглушаю динамитом. Пес сильный. На тебе пинок. Ты какую-то еду ихнюю разбомбил или миску? Нахрен получай. Ух ты, ёб. Он что-то пускает из-за этого? Отрыжка, что ли, тебе пупок? У вас здесь так хорошо сильно кормим, что у вас отрыжка. Их, наверное, тоже сделали, да, такими? Да. Раздуло, ну, танками, да. Вот они что здесь, чем они здесь занимаются, понимаешь? Ёб, сколько мяса. Поэтому тут собаки едят. Ага. Кюшают мяско, а? Вот смотри, пообгрызали. Но он сюда, походу. Так, силовое поле. Опять надо хрень разрушить. Где наше поле? Где наш чувачок? Нахрен, нет никого. Ну, они тебе помогли. Да. Со своей базу. Ёп, у меня здоровья мало. Их надо срочно гасить. И гаси, что же здоровье прибавляется. Все, не мешайся. Голубок. Шоу он. Вериас. На, получай. Подушка, пердушка. У тебя там какие-то приемы есть, да? Или как, или он ну, бьет? Вот что-то я тут пытаюсь делать по-разному. Вот так это мы еще. Ох, собака током ударила. Сейчас хмарей как-нибудь добомблю, чтобы они мне чуть-чуть не мешались. Вот этот красный шарик, он прибавляет ему психоэнергии, на. О! Ах, тварина. Знает, где стоять. Да. Умён, хмырён. Эш. Так, мы сейчас попробуем рукой его долбануть. А так вот, нахрен. Так, проход у нас тут открылся. Все, зашибись. А он, получается, в этом образе он себя уже не контролирует, да? Ну, я его контролирую. Ну, да. По фильму, как, да, по он уже, комиксам. Да, он уже лупит их просто. Кокает их. Подожди. Шарик. На, получай. Пощечину. Все. Умер. Ну что ты стреляешь здесь? Вот так тебе, на. Не будешь другим спать. Вот, у нас проходик вроде открылся, надеюсь, что здесь. Да, уже стреляют. Ага. Да, стреляют. О, и все. Так, что, щиты, что ли? Ух ты, ё. Тут получил заряд любви, сказал ей. Почему ты не скажешь у? Ой, все началось. Пушки. Их вообще обязательно убивать, смотри. Я просто спрыгну сюда вниз. Пошли. Пройти, дайте пройти. Дайте пройти. П
Походу вот эти миссии будут, где вот надо как-то прокрадываться куда-то, наверное, тоже будут. Они очень какие-то, блин, напряжные такие вот. На тебе кулаком взад. Выйдем бака! На, получаю. А, фриц. Мы посильнее стали. Чё здесь у нас? Ля-ля-ля-ля! А ну кто там еще? Только кулаком можем разрушить эту хрень. На, вот так вот тебе. И пинок, и клинок. Mm-hmm. Бум. Вот так, с одного удара должны вырубить. Так, у нас все хорошо. Здоровье до хренища. Мы здоровы. Ух, ёп, это что за хрень? Двое сразу, смотри. Это, походу, как эти это вампиры. Эти солдатики, которых запихнули в эту машину. Видела понятно, же там они? Понятно, да. Да не слабые какие-то. Халк все равно сильнее. Да? Да. И пушки еще добавились. Да, смотри, они всех сюда накидали. Жесть, да что такое за хрень? Что так много-то? Двое солдат. Мелкие солдаты и пушка, да, еще? Попробую сейчас колонны разрушить вот эти сейчас. Только эту пушку за... Да пошел. Пушку у тебя нормально, кстати, отнимает, если честно. Да-да-да, как в этом. Blood Rain, да, помнишь? Да-да-да, надо... Все, хмыри, теперь мне надо здоровье брать. Вот так у тебя. Ой, разрушим подмостки нахрен. Чтоб они не стреляли там сверху. Ага. Ой, хорошо, сразу. Как, какие-то блохи синие, блин. Оп. Чё ты там? Этот все мужик что-то там говорит. До него бы добраться, а сидит где-то, отсиживается. Вахтер долбанный. На, бубен себе. О, какой-то же он сильный, да ёб-боб. А? Ну тут уже никуда не уйти, да? Здесь надо прям до конца. Да, их надо, походу, до конца. Ой, еще два бирюзовых прибежали. Два братца. Не братца этих. Я не знаю, как их назвать. Два любимых. Че ты там тужишься? Тужься. Выпускай свет из зада. Так, один остался или сколько их там? Че? Вниз. А? О, ну все, здесь мы и закончим тогда все. Да, так что закончим. Подписывайтесь на канал, ступайте в группу ВКонтакте, комментируйте, ставьте лайки. Всем удачи. Пока. Смотрите наше упражнение. Пока. Все. Пока.